Чтобы зарабатывать в интернете 20-30 долларов в день, не обязательно строить свой бизнес или платить за дорогостоящее обучение. В этом видео вы познакомитесь с моим новым открытием – T-Hive кошелек. Я тестировал этот сайт на протяжении месяца и могу смело сказать, что это идеальный инструмент для пассивного заработка. Итак, начнем. Создаем кошелек в пару кликов, указав свою рабочую почту. Переходим по ссылке в полученном письме. И вот мы в личном кабинете. Система сразу зачислила 100 подарочных T-Hive. Это ровно 100 рублей, которые уже начинают приносить вам деньги. Суть заработка очень проста. Чем больше у вас актива на балансе T-Hive, тем больше денег будет начисляться на бонус-счет каждую секунду. Выводить средства с бонус-счета можно от 1 рубля. Казалось бы, все так просто. Храним деньги на балансе кошелька и получаем за это бонусы. Но остается много вопросов. Что это за кошелек такой? Как пополнить счет? Откуда берутся эти бонусные деньги? Сколько можно заработать в день? Безопасно ли все это? Начнем по порядку. Кошелек T-Hive – это платежная сота, которая создана для крупных анонимных транзакций, а также включает в себя сервис микрозаймов. На данный момент в сети уже больше 50 тысяч активных пользователей, которые регулярно переводят крупные суммы, а также берут займы на постоянной основе. Клиентская база растет каждый день. Остается главный вопрос – откуда же берутся эти бонусы? Дело в том, что в сети кошелька совершается много транзакций и обмен активов T-Hive на реальные деньги. Также выдается займов более чем на 250 тысяч рублей каждый день. А теперь представьте, 80% денег, которые сеть получает за комиссии, а также проценты по выданным займам, распределяются на бонус-счет всем пользователям сети. Это уникальная бонусная система, которую я встречаю впервые. Чтобы увеличить свой доход, достаточно пополнить баланс кошелька. Делается это очень просто. Заходим в раздел «Купить T-Hive». Пополнить можно на любую сумму. И вот в скобках написано, сколько вы будете зарабатывать бонусов каждый день. Тут есть два способа пополнения, как криптовалютой, так и через популярные платежные системы, чем я и воспользуюсь. Как вы видите, начисление бонусных средств значительно ускорилось. Да, это, конечно, не миллионы, но тем не менее, вы можете докупать валютный актив T-Hive за бонусные деньги и тем самым увеличивать свой заработок. Для этого в разделе «Бонус-счет» указываем сумму и нажимаем «Перевести». Чтобы вывести свои заработанные бонусы, в разделе «Бонус-счет» выбираем любой удобный способ. Указываем номер выбранной платежной системы. Перевести. Вот наша заявка успешно создана. Посмотрим в истории. В дневное время заявки обрабатываются практически мгновенно. Если вам понадобится вывести деньги с основного баланса, заходим в раздел «Кошелек». Указываете сумму актива T-Hive и нажимаете «Продать». За вычетом комиссии деньги будут переведены на бонус-счет, а далее выводите на любую платежную систему. Друзья, надеюсь, вам понятно, откуда берутся деньги в системе для выплат бонусов и как тут в принципе зарабатывать. Теперь очень важный момент. Если у вас на балансе более 20 тысяч T-Hive, вы получаете статус партнера. Это дает вам повышенный процент, а также возможность зарабатывать дополнительно от 800 рублей в день с гарантией результата по договору. Таких условий сотрудничества вы не найдете больше нигде. Более подробно смотрите в разделе «Партнерам». Также мне стало очень интересно, насколько это все надежно и безопасно. Иными словами, не кинут ли меня в один прекрасный момент? И смогу ли я вообще вывести свои деньги из системы? На сайт кошелька я попал по рекомендациям других пользователей, которые зарабатывают с этой системой уже более 3 месяцев. Пообщавшись с администрацией, а также с другими участниками, я без всяких сомнений пополнил кошелек на 20 тысяч. Давайте покажу свой основной аккаунт. Из бонусов докупал еще T-Hive, и сейчас мой баланс приносит примерно 1200 рублей в день. Кроме того, я работаю с администрацией как партнер, и это приносит мне дополнительно от 1000 рублей каждый день. Ни одна финансовая система не предоставляет таких уникальных условий, как кошелек T-Hive.
Вот история выплат за весь период. Я успел за это время окупить вложенные средства и теперь зарабатываю только в плюс. Никаких сбоев я не наблюдал. И бонусы начисляют каждый день. Задумка анонимных переводов и микрокредитов в сочетании с умной системой бонусов привлекает все больше и больше пользователей. Ссылка на кошелек есть в описании. Следите за моими следующими выпусками. Я всегда на связи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и действуйте!